А девушка в комплекте шла? Чому Володимира для... Мене? Течет? Тримай. Ты как красивая собачка, да? Да? Давай потихоньку. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы съездим за резиной, можно купить, и будут интересные покатухи, включая то, что будут гонки на аэродроме на недокарках. Шкідливий хлопчик. Що там, ногою тормозу, бля? Що це таке було, бля? А то їздить. Опасно. Товариші, єбать! Щось випало, бля. Йобнуться можна. Що це в нього випало? А, ласкової полоски. Ой, блядь. Це зараз там все буде випадати, да, я так понял? Он там по дороге, я не знаю, может все потерял, хер его знает. Я в шоке. Смотрю, бля, что-то выпало, оно так блыскнуло, думал, ебать, хоть бы не телефон, бля. Так, на ту сторону стоит. Проверь, что еще может выпало, бля. Ну тож. Реально, что ж ты хотел? Ну что, ребятки, собрались мы ехать на гонки, баги и все дела. Я думал, они у нас на Власовке будут проходить, но оказалось через Власовку. Вот. Поэтому едем на Недогорский слет, на аэродром, начало там. И вот, как видите, вот мы уже втроем едем, вот парень с Кременчуга приехал. Блин, я, конечно, извиняюсь, думал, что у нас происходит, его сюда только пригнал зря. Думал, что у нас, как бы, ну ничего. Короче, едем, едем, посмотрим, что мы там запишем интересного и прочее. Кому лучше всего ехать по таким дорогам, ямам? Сейчас тут будут кочки, хотя мы уже проехали часть. Поэтому, может, сейчас еще тут я сделаю их. Ага. Вот тут, где все петляют. Вот так вот. Ну, сейчас они меня быстренько сделают. Ботик не едет, блядь, 90 и все. Поэтому это будет быстрое наслаждение. Ищем теперь аэродром. По-моему, он был сразу, его там можно было повернуть направо. Но вот парни говорят, что где-то здесь перед заправкой налево. Хрен его знает. Едем, смотрим. Я думаю, мы его пропустили. Он все-таки там был. Нужно заехать, проехать кое-какое время. И потом типа... Аж. Правда. Смотрите, друзья, вот он путь, куда ехать надо. Да, не ошибался. Все-таки так и есть. Вон там стоят людишки, там. Тут палаточки, вся херня. Круто.
Круто. Что, заезжаем? Гарно. Вот так вот. Прикольно. Точно, я уже и забыл, как сюда проехать, бля. То мы, наверное, через лес когда-то ехали, что заезжали. Да-да-да, там по прямой дорога. Да-да-да. Ну, хорошо, видишь, начало, видать, будет часов 10, может, не знаю. Нормально. Сейчас, чтобы мусораны подошли, блядь, а мне 15 лет. И шо? Да нет, ты шо, они тут не подойдут. Они тут чисто для, так, для вида, для порядка, они не будут. Это не патрульная полиция. Да. Я, блядь, не знаю, что такие люди начинают. Тоже такие аппаратик прикольный. Серьезно. Мощно. Нет, наверное, просто. Вот. Да. Хороший. Стесняется. Что-то на заднем можно, блядь, давать, блядь, на нем. Слышно, что моцный, блядь. Ну, пойдет. Добрый. Закончился сегодняшнего дня. И запрошуем Володимира для... Мене? Мене чи кого? Уважаемые спортсмены, через 5 минут выезд на тестовый круг. Серьезные аппараты такие подъезжают. Мощно. Мощно. Начало старта. Как раз. Вот начало старта. Тестовый круг. Вот, погнали, погнали. Вот туда поехали. Пылючка пошла. Первый круг прошел, якобы тестовый. Заезжают, возвращаются ребята. Но недолго, минут 15, может 20 не было. Считай, легенько погазовали, может быстрее будет. Интересно. Интересно, прикольно. Приехала красно-белая, поляк приехал какой-то. Что это за поляк приехал? Короче, решили с ребятами поехать перекусить, возможно, сменить транспорт, и потом можно ехать. Такое. Может, девок захватим, там еще что-то с этого плана. Короче, пока поедем, обраточку сделаем. У меня сейчас снова появится шанс их обогнать. Пойдет плохая дорога. И сейчас я это сделаю.
Сейчас тут пойдут ямки, выбоины, бля. Сейчас. Езжайте. Прикалывается, да. Все. Вот так вот. Просто это делается. Ой, бля, я думал. Ну, сейчас они будут догонять опять. Ты на Ласовку тоже, да? Ну, да. Ну, поехали. Вот мы едем уже в обраточку. Кто-то остался, кто-то приехал новый. Мы вот едем не спеша. Там сзади где-то едет Богдан. Мы его периодически останавливаемся, ждем. Там что-то с тормозами, блядь, передние пропали. Блядь. То сейчас ехаем. Обратно на наше место назначения. Такое. Трошки, может, один тут. Дорога вроде осталась. Местами, конечно, тут не очень дорога. Есть тут скачки, прыжки, вот как тут, типа, надо сбрасывать. Тут уже через пару поворотов, тут еще одно препятствие небольшое. Вот. Дальше вроде можно ехать. Тут везде, в принципе, такое выбоины, выдавлено. Здесь что-то я губы, блядь. Конечно, неприятно. Кто не знает, то будет расстроен от этой дороги. Люди с коляской. Вырезанных, блядь, дорог, асфальта, блядь, кусочки встречаются, ебать. Разве так можно? Ну, хорошо, что медленно, так на скорости, блядь. Это же вообще, блядь. Вот это да. Тут удачу едешь, проверяешь, блядь. Это вообще, блядь. Блядь. Уже основную часть такую проехали, самую опасную, остались тут такие. Конечно. Блядь, опасно. Так, у нас где-то должен быть съезд. Влево. На все эти движения. Главное его не пропустить. Thank you.
что ты, Толик, дядя Толик? Как вам покупка, как прошла? Нормально? Вообще, все четко? Да, все круто? Вот, обменял его. Снимай. Снимаю. Да не меня мотоцикл. На что, на вот это поменял, вот, не? Вот он, КТМчик, отмена, бульдог, там все дела. А девушка в комплекте шла? Вроде бы она должна. Нет? Ну ладно. Ой, блин. Короче, движ прикольный. Катаются, пару заездов будет, блядь. Там продемонстрируют, как встречают власовских на подобном слете. Вот там он едут, вот там на мопеде. Встречайте. Эй! Горобцы тут поприезжали. На вот такую вот движу. Горобцы приехали. А где остальные птенчики? Ну, короче, все, в принципе. Там долго стоять, так скучновато, конечно, движение, но побыли, разбавили обстановку. Что они тут нас ждут, че что? Что происходит? Суетологи в деле. Все. Копать и дал, блядь. Да, тут надо за дорогами смотреть, бо повырезали вот эти латки, блядь, некрасиво. Вообще некрасиво. Вот. Вообще, да, дороги, блядь. Охренеть, блядь, дороги, да? Вообще, бля, он ямы ловит, но ему-то все равно. Но за ним опасно ехать. Если грибанется где-то, то все полетит на мотик, блядь. Правильная посадка называется. Что опять? Течет? Да. Бля. Ёлки-палки, да что ж такое, бля? Сука. Он выпал тупо, да? Или переломался опять? Да что за западня? Либо выпал опять, либо... Ну слабовато, видать, видишь? Ай, валя, вот эти веселья. Да там не фильтр, а шлангу надо. Шлангу, да? Я думал,
Чувствую, блядь, на ногу что-то ссыпь. А, блядь, иду, дивлюсь, ебать, воно и ручьём, нахуй. Да, опасно. Однако. Ой. Пытка завести с толкача или просто бежит? Просто бежит, не хочет с толкача заводить. Я иду. Ебать, спасение! Я херею, как приятно. Скажи, свежит как. Ура! Я думал, кто-то сделал. Ура! Это кто-то сделал. Ура! Только не так. Он побежал, блин, с толкача. Топливный шланг, блин, выпадал. Хорошо, что есть кучка людей, суетятся, помогают. Будем надеяться, что доедет. Что, не едет, блядь, что? Да ёб твою мать. Это пиздец. Не, ну так по чуть-чуть и доедем. Угу. Пиздец. Ну что за западня? Не быть надо, а чухать, жмакать. А так то же самое. Наверное, просто не хватает бенза, чи шо? А не, там же ж палочка осталась бы. Я ебу, блядь. Аварийный, блядь. Чуть ДТП не создал. Классно по таким дорогам отжигать. А мне надо ровности. Шкидливый. Ой, печальная дорога. Для всех, кроме него. Шкидлый. А мы потихонечку. Thank you.
посреду, все. Потерялись, куда хотят ехать. Есть такая дело. Везу малышам наклейки, бо закончились с собой. Уже второй день меня атакуют тут. Подъедем сейчас красиво. Тримай. Все ж подписаны, да, на канал? Да, ну все. Ну все, что порядочек был. Что за канал? Я не знаю про канал. Не знаю. Джастран, да? Джастран, да. Джастран Райдер. А, погоди, погоди. Так, блядь, это ж не тот тикток, что я обычно. Еще один из плюсов. Почему на мотике можно прикольно поехать, объехать это все дело? Ну, никому не советую так делать, конечно. Потому что поезд может быть как здесь, так и здесь, но он далеко. Не повторяйте так никогда. Это неправильно. У меня будет сейчас тест. Тест на то, что я заправил этого, скажите, я скажу. Что там стукает? Он, кстати, 6 литров, а я проехал сколько? 6,7. А я проехал 80 километров. Бля, расход, конечно, чудный, но мне не нравится качество. То есть, сейчас попробуем. Тут с присадочкой, конечно. Залил присадку ликвимоли для поднятия октана. Хочу попробовать, как она будет сейчас себя вести, двигатель. Очень интересно. Давайте проверим, сколько он едет. Ехал 240. Ехал 240, когда, ну, я тут ехал по максималке. Ну, то, как дорога позволила. Сейчас проверим. Главное, чтобы колесо выдержало. Нихуя себе, блядь. Уже, блядь, чувствуется, блядь. Ёб твою мать. Вот это да. Не думаю, что мне это показалось, блядь. Присадка, бля, вещи делает, походу, блядь. Другое
сука, дело, блядь. Вот это я доволен теперь, блядь. Все. Теперь, блядь, сука, мощь. Мощно, блядь. Вот так вот и должно быть, блядь. Ну попробуем, я не знаю. Буду на полный бак вот так выкатывать, чтобы полностью выкатать его, и потом буду только заливать. Но хорошо едет, легко, легко, легко набирает. Ему не тяжело, вообще не тяжело. Вообще, бля, очень легко. И встает, блядь, очень легко встает, блядь, вообще. Никаких нареканий нема. Мне нравится. Очень нравится. Вообще прекрасно. Вердикт плюс 20 километров запросто. Ти моя лякучка, ты как красивая собачка. Ти как красивая собачка, да? Да? Кто красивая собачка? Ти у меня, я моя красивая, да? Я моя красивая собака. Собака-барабака. 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 Собака-барабака, да. И сразу ложится, чтобы ее почухали. Собака-барабака. Собака такая красивая. Да. Привет. Сделаем. Так. Ну, сидишь ты здесь, естественно. Вот твое место не сползать. Ноги ставишь, упираешься сейчас. Давай. По посадке определимся. Ну, можешь за меня, да. Крепко, главное, ногами обжимайся, все. Поедем. Хорошо? Да. Оно того стоило, значит? Да. Ну все, также поддерживаем каналчик, репостики делаем, и будет круто. Давай пятеньку. Спасибо. Пожалуйста. Появилась идея прокатиться, очень интересно. Попробуйте отгадать, что это будет. А на мотике кто-то может ехать, я еще и поснимаю. Не надо. Поехали. О, бля. Так тут нормальный видос. Ты что, тоже хочешь? Ебать. О, нормально как раз. Неистовый свет. Ебать, а поток ветра нормальный, такой приходится держать его, да, нормально. Да. Вот такие вот будни проходят. А дальше? А дальше пешком. А дальше? А что мы дальше не едем? А все, приехали. А дальше пешком? Все? Ну да. Да не, поехали.
Ебать, охуенно. Да. Тут надо вот так отстреливаться классно с автоматом. Только поудобнее бы что-то было. Едешь и... Он, надеюсь, заднюю не будет сдавать. Тут машина стоит. Да, думаю, что ему зеркало. Та, стой, тут машина, блядь. Цыть, ёпты. Только сказал, да. Полицейский. Бум, бум. О, мягенький, хорошо. Неистовый свет. Пиздец. А теперь вытягивайте меня, бля. Ой. Ой-ой-ой, как хорошо. Чувствуешь, что тебе грустно? Чего в этот раз медленно так? Где, когда? У тебя, когда ты... Чистый, да? Сильно? Скажи, что у него... Чуешь? Кто-то я вторую включал. Друзья, вот такой вот у нас получился видосик интересный, как вам, зацените.